Всем привет! У нас опять наступила зима. Сегодня у нас среда. Какое у нас сегодня число? 17 декабря. Да, вот я куртку одела, потому что сейчас минус 4. Землю припорошила таким легким снежком. Сижу сейчас в гараже, готовлюсь ехать. Поеду, заберу сейчас Полину из школы. А потом у нас еще есть пару мест, в которые мы должны заехать. Немного рано я приехала в школе, рановато, минут за 15. Так что сейчас тут в машине немного посижу, подожду. Хочу показать небо. У нас такое сегодня серое-серое. Для Южной Дакоты это необычная погода. То есть здесь намного больше солнечных дней, чем таких пасмурных. Чтобы вот такое вот непроглядное, вообще как бы не различить облаков, просто серость, это редко бывает. Но, как видите, бывает. Говори всем привет. 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 Забрала я Полину из школы. И сейчас мы с ней едем, да, пристегивайся давай. Приехали мы на почту отправить посылочку. Сейчас быстренько отправим и поедем дальше. Так, пришли мы с почтой, провели там минут, наверное, 15-20 очередь. Никогда такой на почте не видела. Все отправляют посылки, подарки. В общем, такое предпраздничное оживление царит. Вот, мы свою посылку отправили. Кто ты там ползаешь? Эй! Надо это сделать. Сделать. Ладно, давай, усаживайся. Вот, отправили посылку, едем дальше. Так, еще меня спросили, есть ли купюры по 2 доллара в Америке. Да, они есть. Вот я решила их показать. Они в обороте. Вот, 2-долларовые купюры, то есть ими можно рассчитываться. И сзади у них вот такие картинки подписания Конституции. Так что вот так. Все, на сегодня все. Всем пока!